Привет, братцы рыбаки! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как буквально минут за 40 из всякого хлама можно сделать вот такую вот зимнюю удочку для блеснения. Также она подойдет для рыбалки с лодки на блесна, балансиры и чертики. Ну что, приступим. Был вот у меня вот такой вот шимановский спиннинг, но он сломался. Заказал я новый хлыстик, а старый решил, чтобы не выбрасывать, переделать в зимнюю удочку для облеснения. Сейчас покажу, как это сделать. То есть понадобится мне вот сам хлыстик от него, вернее его часть. Также для изготовления мне понадобятся пробки из-под вина, катушечка зимняя, ну и так еще что-нибудь по мелочи. Для начала нужно сварить пробки, чтобы они расширились и приняли более круглую форму, потому что сейчас они в спрессованном состоянии. Нужно, чтобы они стали вот примерно вот такими вот. Так что включил уличную плитку и жду, когда закипит. Пока варятся пробки, можно подготовить само удилище будущей удочки. Длина будет 50 сантиметров. Вот это вот и будет цельная удочка. Тем временем пробочки закипели и начали распрямляться и набухать. Минуты две и будут готовы. Пробки выпрямились и разбухли. Теперь их надо высушить и буду собирать дальше. Вот такие вот они получились, ровненькие и кругленькие. Светлая пробка из трех частей, поэтому вот эти вот верх и низ части сразу убираю, чтобы она была цельная. Тут он сюрприз у ней был, штопор сломанный. Видать, сильно хотел венца попить. Сейчас, чтобы ускорить процесс, подсушу их феном строительным и продолжу дальше. Пробочки высохли. Теперь мне нужно выровнять торцы. Это можно сделать как канцелярским ножом, так и с помощью обычной наждачной шкурки. Вот что у меня получилось. Теперь в каждой пробке надо приблизительно по центру наметить и просверлить отверстие. Сильно тут точность не нужна, потому что это еще дальше будет все равно обрабатываться. Теперь как можно ровнее шилом прокалываем направляющую. Вот примерно как-то так. Теперь беру сверло и уже делаю нормальное отверстие. Дальше беру сверло чуть меньшего диаметра самой тонкой части и расширяю отверстие. Крошки от пробки мне еще пригодятся, поэтому их аккуратно собираю и откладываю пока в сторонку. Теперь вот этих вот три пробки мне надо собрать в одно целое. Клеить буду вот монолитом. Взял анкерный болт и просто сразу же накручиваю по одной штучке. И буду проклеивать. Этот болт также послужит небольшой струбциной для стяжки. Теперь надо вот эти вот поверхности промазать клеем и подтянуть, чем сейчас и займусь. Клей высох, теперь можно переходить к дальнейшей обработке. Закрепил дрель в тиски, теперь нужно зафиксировать саму заготовочку и можно приступать к дальнейшей обработке. Сперва взял грубую шкурку, дальше буду использовать помельче.
Вот какая ручка получилась. Теперь ее надо насадить на саму удочку и закрепить катушку. Продолжаю сборку. Выкручиваю ее с анкерного болта. Снимается она очень легко. Вот такая вот ручка. Теперь осталось вдеть ручку на удилище. Специально делал отверстие меньше, чтобы она залазила очень туго. Сейчас вот помучаюсь. Удилище практически готово. Путем вкручивания потихоньку она налазит. Сейчас одену и продолжим дальше. Так, вот ручка на месте. Теперь ее надо маленько назад вытащить, чтобы вот эта вот часть не торчала. Сейчас я ее заделаю. Вот так вот, наверное, миллиметра два. Теперь беру суперклей и опилки от пробки, которые вначале у меня были, которые, я сказал, потом пригодятся. Капнул клея и беру опилки, сыпаю и утрамбовываю. Вот что получается. Вот по такому же принципу реставрируются ручки на обычных спиннингах. Если где-то есть выбоина, берете крошку от пробки и с помощью суперклея намазываете, закладываете и потом обрабатываете шкуркой. Сейчас подсохнет, и все практически. Удочка готова. Останется только вот обработать. Ну, пока сохнет клей, можно сразу примотать катушку. Я это буду делать самым банальным способом, при помощи черной изоленты. Вот, выровнял катушку по кольцам. Теперь можно спокойно приматывать. Немного подтягиваю. И оборотика 3-4. И достаточно. Как раз подсох клей. Сейчас немного его шкурочкой обработаю. И можно считать, что удочка готова. Легенькая, прочная, красивая. Немного скруглю край. Вот, собственно, все и готово. Вот что получилось. Практически не видно. Ну вот, удочка и готова. Получается, сделал я буквально минут за 40. Там еще время на съемку. А так, если у кого-то есть старые хлыстики обломанные, не выбрасывайте. Их можно превратить вот в такие вот удочки, которые можно рыбачить как с лодки на чертики, да на балансиры, на всякие, так и для зимней рыбалки, для блеснения. Все отлично, все хорошо. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.